väga palju enam sõita oled, et prossikasid. Ja ta on mäkki välja. Nüüd varem saame äkki ka järgmisele. Дали нам такой билетик для поездки по канатной дороге и пропустили нас через валидатор. Сейчас выстраиваемся в очередь. Потом обратно сам поедем. Потом обратно. Обратно я тогда начну. Где чего мест нет? А у меня... Ориентировочно средний подъем в минутах. 10 минут. Сейчас еще и там посмотришь, там посыни видос и виды. Погнали? Мы сейчас медленно, сейчас бешено скорость. Если честно, я ничего не понял. А вот там наш автобус рядом. А вот там наш автобус. Что произошло? Да ты сам. Поэтому и форточки открыты здесь. А если мы упадем, мы разберемся. Ну, слушай, я думаю, что да. Что? Что, думаю, да. Ну, если здесь падать, то думаю, что нет. Надеюсь, это еще не будет? Будет, будет, как-то.
А вот Тики Ру. Наше море. Вот наше море. Вот море. А это к Сибиру. Все, что медленно едем, на самом деле. А еще севернее Кемер. Быстро идет, как на подъем. Он, по-моему, спускался медленнее. Спускался. Тут уже уши меня закладывают, начинают при подъеме. Кстати, у нас сейчас плохо видно, а эту станцию хорошо. Пап, ты знал? Сейчас разница будет на 10 раз холоднее. Почему? А, мы же ближе к Луне. Нет, вечность это не может. Но он только слаб будет ломаться. Где встречный? Я автобус уже не принимаю. Зато наше море. У меня ушки не закладывают? У меня чуть-чуть. У меня камень. Фишки! Это при столкновении с вот этой вышкой. Вот белый шишка, видишь, сколько она? Они потом спустятся на море? Пап. Как раз таки. Андрей! Видно? Смотри. И опять показывается на Тикиру. С высоты птичьего полета. Вот другой едет. И снова столкновение с вышкой Юли. И параллельно нам проезжать в обратную сторону гондолы, исполненные пассажирами. И прям похоже на пропасть, вот эта местность под нашими ногами. Да.
Мама, утка знаю. Мандаринчик чувствуешь? Ну не сейчас, Саша. Сейчас уже подеваемся, я тебя почищу. Да. Вот они действительно видят, что они и потом вот в море сразу ну, такие действительно каналы. Все, ладно. Даже если... Что? Кому? Куста оденешь? А будет холодно сейчас? Чувствуешь, уже холоднее становится. Я не холодно. Чем выше мы поднимаемся, тем уже холоднее температура воздуха становится. Смотри, прослевается. Сейчас упадем. Да. Где кабаны? Где папа кабаны? А? Где встречный? Ну один. Уже один проскочил. Да нет, я уже в вагончик. Ну, вагон проскочил уже. Да, ушел. Так, куда ж не видно? Ну конечно не видно. А вы как думали? Папа, папа уснул. Белый. Такой мелкий, кажется. А сейчас как будто кажется, что быстрее папа. Здесь как-то не так. Да, там внизу покручено. Что-то заместил, слушай, там тут перепад так. Куда он сейчас упадет? Это здесь. Они же видят, что такие перепады. Ой, я сейчас упаду! Вот три бухты, и вот рядом это Кимер. Вот в эту сторону, поселок. Да, это Кимер. Вот сейчас упадет, как будто папа. Папа. Как будто упадет сейчас. Очень упадет. Видишь, что это отправочная станция, видимо, ваша. А, сколько это там? Ой, а здесь что-то внизу похоже. А главное, случайно не подскользнуть. А? А мы на какой высоте? А, 2007. А мы на какой высоте? А это выше, чем самолет? Ну, как это не сказать?
Дай. Привет. 12 минут поесть.